Роман по ночам куш ловит. Ну, как по ночам? На самом деле солнце светило. Ну, было 3 часа. Нет. В 3 часа оно светило уже высоко. 2 часа было, да? Ночью? В 2 часа оно еще такое вот на рассвете. Ну, не ночью. Солнце было на небе. Красивые такие розовые облачка. Что надо править? Возьми филейник. Серебряночка такая в черных пятнах, красивая кружечка была. Хорошо просолилось, прям в путнику. Угу. Нежная рыба. Молодец. Ночью поймал, ночью засолил. Угу. А на завтрак готова. А я спал. Роман, расскажи, что ты тут делаешь? О, я делаю холодильник. Холодильник. Да. Вот такая штучка. Холодильник для хранения скоропортящихся продуктов. Вот, вы обошли бы, что ли, с этой стороны? Я бы вам показал. В чем была проблема? Проблема в открывании его. Когда открываешь, с этого торфа сыпется очень много в холодильник на продукты вещей. Вот. А теперь у нас тут есть такая калиточка. Калиточка? Да, сейчас еще, ну, надо подогнать тут стеклоткань. Вот калиточка на оси. Вот тут вот все ходит, крутится, вертится. Ты просверлил столбики? Да. Потом я их разжал, вставил туда подогнанные по диаметру изделия. Тут вот, чтобы не цеплялась, у нас снята фасочка. Должно быть все очень неплохо через некоторое время. Сейчас еще крышечку стеклотканью надо тоже обработать. И, скорее всего, второй слой палок положить, потому что случаи бывают разные. Гости бывают не всегда трезвые, чтобы если наступил, чтобы не провалился. Чтобы все было надежно. Как круто. Ну, давай, успехов тебе. Спасибо. Вот тут у нас есть холодильник, более-менее чистый, более-менее прохладный. У него сделана классная калиточка, почти как на подшипниках ходит. Вот, есть некий утепляющий слой, чтобы холод не выходил наружу. Все, когда будем уходить, закроем мхом. Опа! Так, и теперь самое ценное. Красную рыбку в холодильник. Я принес. О, красота. Все, закрываем? Закрываем. Пока Роман занимается плотницкими работами, я делаю буррито по-быстрому. Когда Роман доделает свою работу, тебе будет удобнее делать буррито по-быстрому. Договорились. Так, у меня здесь есть лук свежий, огурцы маринованные и копченый окунь, которого мы вчера накоптили. Целую коптильню. Филе копченого окуня. Так, ложкой разлинаем.
сегодня майонез. Вот так его добавляем. Берем горчицу. Горчицу зернистую. Это которая прям целыми зернышками. Сюда ее тоже добавляем и перемешиваем. Или тебе порезать, раз у тебя зубы ремонтируются? В идеале, конечно, нарезать на вот. Отлично. Так, тогда, так как Роман лечит зубы, мы его порежем все на кусочек. Придется пользоваться вот этой вот старой доской. В работе все. Ролл или буррито можно назвать, с копченым окунем. Я тебя приглашаю поесть. О, какая красота. Позвольте мне сфотографировать. Позволим. Инстаграм у меня все равно не работает. Поэтому совесть моя чиста. Я просто ради красоты. Давайте пробовать. Да, давайте. Это чайку, наверное. Чайку. Под это дело надо чайку. Тебе какую кружку? В теплую. Да, удивительное ощущение. Да, сидеть в тайге. И пушить, как будто ты
Ну, в ресторане каком-то. Такой соус. Ну и подача. Главное подача. Не-не, вкус тоже важен. Но если красиво, но не вкусно, то это не то. А тут и вкусно, и красиво. Офигенно. А, божественный вкус, блин, класс. Хорошо. Надо было порубить его, а я резал. Вот, чувствуется во вкусе небольшой момент. На фиолетовой доске резал. Тут деревянный, ты не готова еще. Отлично. Да. Заготовка доски для разделки. Перекур. Да. Форму уже приняла, толщину примерно тоже. Будет разделочная доска у нас. Согласен. Даже, так скажем, кум уже можно. Нет, крупно. Нет, кум же сюда не влезет никак. А вот хариус в этом году не такой крупный, как вот бывал тут. Но вот стандартный хариус сегодняшний, ну, грубо говоря, зайдет. Ну, там, может, чуть свесть.